был хороший старт, ролики показали себя удивительно хорошо. Как мы видим, мотоцикл тяжело справляется с поворотами, но надеюсь, он покажет себя на прямой. Какой большой отрыв, и это без грамма углеводов с утра. Уверенный финальный круг и победа роллера. На деле кругов было 3, но знайте, что все было честно. На втором круге я уже потихоньку начал сдавать, поэтому я думаю, надо работать над своей выносливостью. Це все допінг, іди сюди, підійшов. Мы не станем показывать, что было дальше, и перейдем сразу ко второй гонке на 300 метров. Этот разгон просто впечатляет. Посмотрим, сумеет ли он продержаться до конца и не потерять темп. Да, похоже, это ограничение 20 км в час, это полный провал для мотоциклиста. В реальных умовах без обмеженной швидкості я смог бы обогнать его легко. Навіть на 50 метрах. Судя по стартам, этот мотоцикл абсолютно не спортивный, но длина трассы 1300 метров, так что у него есть все шансы на победу. Он явно выбрал не ту парковку, это займет слишком много времени. Чтобы вы понимали, в этой точке нужно купить пол-литра воды. О нет, эта тротуарная плитка набирает очень много сил. И это определенно победа. О нет, он купил не ту воду, это штраф. 5 секунд. Да, все равно он победил. А теперь финальная, честная гонка на 50 метров. Небольшой отрыв, но это честная, заслуженная победа мотоцикла. Мотоцикл все ж таки вміє перемагати. Один раз у чесній гонці, але він це зробив. Як ваші враження, що ви почерпнули для себе з цих гонок? У мене одне відчуття. Да! Насправді в місті в деяких моментах ролики можуть отримати перемогу перед мотоциклом завдяки своїй маневреності і мобільності. То есть бензин все-таки все еще побеждает роллеров? Побеждает. Нет.